Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня видеолекция для всех женщин. Опущение матки. Тяжелое ли это заболевание? Если оно стало уже хроническим для вас, уважаемые женщины, то это уже можно считать тяжелым заболеванием. Почему? Потому что хронические заболевания, они тем самым тяжелы, что восстановить тяжело очень организм человека, потому как он в запущенной уже форме. Потом, пожалуйста, не думайте, что только западная медицина может вам помочь в таком тяжелом проявлении заболевания, как опущение матки. Оно может сопровождаться неправильным положением матки, ослаблением мышц тазового дна и связок матки. Также это приводит к дискомфортам внизу, женщины все это знают, расстройство мочеиспускания. Ну и впоследствии, если вы, уважаемые женщины, запустите это заболевание, то в конце концов может быть что? Выпадение матки. Это куда еще хуже. Здесь мы скажем, что за гинекологию отвечают у нас меридианы поджелудочной железы, почек и печени. Вот прежде всего этих три меридиана, уважаемые женщины, вам нужно что? Всегда содержать в норме и в тонусе. Вот если этих три меридиана будут в норме и тонусе, поверьте, ваша гинекология будет в идеальнейшем состоянии. Если нет, то ждите беды в гинекологии. Как бы ни странно, с моих слов это звучало. Почему? Ну, потому что мы, как всегда, на наших лекциях говорим, что любое заболевание, которое проявляется как у мужчин, так и у женщин, мы знаем только с западной, глазами западной медицины рассматриваем данное заболевание. А рассматриваем ли мы это заболевание глазами восточной медицины? Увы. Единицы женщин, которые, скажем так, не хотят идти, посещают гинеколога, но делают выводы согласно народной медицине. И восточная медицина может помочь, и очень сильно помогает при всеразличных заболеваниях, либо всеразличных опущениях матки. Как бы это ни странно звучало. Почему мы говорим всеразличных? Вот могут некоторые люди пытаются нас иногда подловить в этих словах. Вы знаете, почему все различные? Потому что люди различные все. Все люди болеют по-разному. Болезнь одна, а каждый человек эту болезнь переносит по-своему. Потому очень тяжело для всех сказать, что это вот только вот такая формула. Итак, мы поняли, что три меридиана, меридиан печени, поджелудочной железы и почек, у нас контролируют гинекологию. Потому при всеразличных опущениях матки нужно знать, в каком состоянии эти меридианы. Также следует помнить, согласно восточной медицине, все 12 меридианов контролируют мочеполовую систему. Также общее состояние, энергетический баланс человека полностью показывает нам состояние вашей мочеполовой системы, уважаемые женщины. И точка ВДЖ-20 Байхуэй является точкой, которая что прежде всего? Для профилактики, чтобы вас эта болезнь не застала врасплох. И, конечно же, если уже проявляется такое заболевание, симптом как опущение матки, то данная точка может что? Помогать всеразличным людям со всеразличными проявлениями опущения матки. Почему? Потому что у каждой женщины это происходит по-своему. Но здесь, помните, диагностика 12 меридианов необходима и нужна. Почему? Потому что очень часто женщины не обращают внимания на то, на что нужно обращать внимание. Именно на состояние 12 меридианов. И точка ВДЖ-20 Байхуэй вам в помощь. Эта точка прежде всего стимулирует и приводит в порядок несколько меридианов. Один из меридианов, то есть два из меридианов, о которых мы сказали. Это меридиан мочевого пузыря, который контролирует мочеполовую систему. И меридиан печени. Мы уже читали лекцию, которая также контролирует мочеполовую систему. Вот представьте себе благодаря одной точке. Спасибо за внимание.